Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 августа. И вот перед тем, как снять предпоследний раз урожай со штамбового засолочного, хочу вам показать его, потому что я показывала в начале сезона, когда несколько плодов было спелых. Вот сейчас хочу показать, какой обильный урожай могут дать вот эти штамбовые засолочные, штамбовые кустики невысокие. Я сейчас сниму урожай и потом уже... Когда, если после этого показывать, то нет полноты картины. Но вот здесь я хочу показать, как выглядят кусты после двух сборов. Два раза я собирала. Вот сейчас соберу еще раз. И останутся вот эти вот, которые зеленые. И вы видите, что я уже листья убрала, потому что он тоже у меня тут растет в тени. Он не обгорит. И я обрезала верхушки, но только потому, что мне не нужны пуговки маленькие. А вообще, ну потому что у меня много таких нормальных, и я собираю крупные только. А вообще, если кому-то нужно будет, они еще в это время и цветут, и завязываются. Вот видите, маленькие-маленькие. Они еще бы дали плоды, но просто там плоды уже будут мельче. Мне вот эти пуговки не нужны, они как мельчают же дальше. Поэтому я убрала, чтобы именно укрупнялись, ну чтобы вот эти крупные получить и все. Вот сейчас расскажу общие несколько слов о этом сорте. Это низкорослый, больше 50 сантиметров он не вырастает. Сорт штамбовый куст, то есть очень компактный, очень мало места занимает. Вот здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь у меня 7 кустиков. Вот 7 кустиков. И эти 7 кустиков могут дать урожай. Так, ну сейчас я... прикину. Ну, ведра 2 можно с них собрать. На засолку, на пасту, на кетчупы. Лечо. Вот сейчас начнет август быть время заготовок. Пожалуйста. Один раз сорвали, сделали одно. Другой раз сорвали, сделали другое. А первые, которые вот я рвала в первую очередь, они вполне идут на салаты. Я уже делала дегустацию и говорила, что те, которые вот спелые, прям вот такие, вот они. Которые до самой красные-красные-красные, они очень сладкие. И еще нынче у нас лето такое хорошее, удачное. Солнца много было. И все вот эти низкорослые штамбовые томаты вызрели до такой сладости. Все, вот это вот в течение сезона я полностью вас познакомила с этим сортом. Штамбовый засолочный. Небольшой вес плода до 100 граммов. Небольшой рост. То есть высота куста до 50 сантиметров, но большая урожайность, очень хорошо он увешан вот этими плодами, вы сами видите. Это уже был сбор, кто заинтересуется, могут назад отлистать. Я делала уже и дегустацию, и собирала их один раз. Ну вот такие неприхотливые, очаровательные томатики, штамбовые, засолочные, все. С вами была Ольга Чернова, это летний видеообзор. Томаты штамбовый засолочный, ну вот в стадии уже биологической зрелости, можно сказать. Именно вот про эти томаты везде пишут и говорят, что они успевают отдать свой урожай до наступления осенних вот этих массовых эпидемий фитофторы. Как вы видите, они очень дружно спеют, и это очень удобно для томата, ну, этих переработок. Не по одной, по две помидорки, а сразу хоп, набрал ведерко помидор, сделал, что тебе нужно. Через неделю пришел, еще ведерко набрал. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Пока.